В округе прошли соревнования по волейболу среди воспитанников школы «Лидер». Площадкой проведения открытого турнира стал физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый на базе 4-го лицея. Подробности в материале Анастасии Кладиновой. Турнир проводится среди воспитанников, да, и обучающих школы «Лидер». Проводится первый турнир у них, потому что команды только собрались, народ начал набираться, чтобы дети почувствовали свою атмосферу, да, атмосферу соревнований, поняли, какие у них есть навыки, умения, и чтобы они дальше продолжали стремиться к высотам. Открытый турнир среди начинающих игроков. На площадке встретились 8 команд – 4 женские и 4 мужские. Соревнования проходили в формате выбывания. Каждая партия игралась до 15 очков. Волейболисты выходили на площадку, желая не только победы, но и возможности проверить свои силы, укрепить командный дух и приобрести опыт. Для нас это первое соревнование, первый турнир. Очень волнительно. Но все идет хорошо. Я очень рада. Настрой боевой. Надеюсь, выиграем. Мы поиграли достаточно хорошо. То есть мы выиграли. Счет был 15-7. Я отбила пару раз. Я очень рада, что я отбила, потому что я сегодня очень сильно нервничала и боялась, что я как-то сделаю что-то не так. Я очень, на самом деле, рад, что мы выиграли. Я очень рад, что много очков, так скажем, заработал. Соперник сильный, напряженный. Даже немного страшный. Мы должны победить еще один матч тогда, если мы победили первый. Всего провели 12 матчей. Для победителей подготовили кубки и грамоты. Открытые турниры по волейболу среди воспитанников школы «Лидер» ежегодные. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛТВ.